Добрый день, уважаемые подписчики, рад вновь приветствовать вас на своем канале Рили. Вот все. Сегодня мы продолжаем обзор наиболее актуальных и перспективных проектов и поговорим о таком проекте, как Intro. А что проект Intro из себя представляет? Intro — это экосистема для рынка недвижимости, грубо говоря так. А какие возможности предлагает нам Intro? То есть у Intro есть два продукта. Intro аналитика, то есть здесь проводится аналитика различных бизнес-продуктов, различной недвижимости и так далее. И интерсейл — это уже непосредственно информация по продаже недвижимости, то есть здесь вы можете ознакомиться с объектами недвижимости, которые предлагаются для продажи, посмотреть их стоимость и так далее. Например, можем, что более важно, также посмотреть демо-версию, например, того же интро-демо и интро-аналитика. Например, вот видите, у вас при входе в интро-аналитику у вас приводится информация, какой логин, какой пароль. Логин — это ICO-демо. Видите, ICO-демо. А пароль у нас указывается 100 интро. Можно сделать запомнить себя, чтобы больше не вводить эти данные. Сейчас у нас откроется. Видите, прогружается. Мы успешно авторизовали. Сейчас осталось, чтобы это все у нас прогрузилось. Вот видите, здесь представлен готовый продукт, в котором мы можем уже увидеть информацию по различным девайлоперам, по различным районам, в котором продается недвижимость. То есть проанализировать эти районы, посмотреть детальную статистику. Смотреть, что она из себя представляет. Здесь представлено на примере Москвы. То есть посмотреть всю необходимую информацию. Можно выбрать другой регион, например. Посмотреть даты другие. То есть очень-очень такой объемный личный кабинет интроаналитики, в котором вы можете посмотреть необходимую аналитику по различным объектам. Также хотелось бы показать и демо-версию непосредственно интросейл. Здесь вы видите логин уже немножко другой. И пароль тоже немножко другой. Сейчас мы также сюда авторизуемся. Видите, у вас здесь указывается сразу некоторый баланс. Вы можете уже здесь проводить поиск различных объектов по определенным условиям. Например, выбрать какой-то город, сортировать, и здесь будет отображаться объект. То есть в этом плане здесь все достаточно просто. И что еще более важно, интросейл уже имеется приложение для App Store и Google Play. В этом плане здесь все достаточно продуктивно разработано. Ну и также что важно отметить, это проведение ICO. То есть здесь мы видим информацию по проводимому ICO проекта, информацию по soft cap, hard cap, минимальная инвестиция на человека, сколько выделено для пресейла, предварительной распродажи для основного этапа ICO. А здесь также указывается дата проведения ICO, то есть вы видите, что дата проведения ICO у нас до 30 августа 2018 года. На данный момент проходит у нас этап ICO, на котором предоставляется бонус 25%. Далее уже бонус будет постепенно уменьшаться. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Дальше я буду выпускать еще другие обзоры, в которых я более подробно поговорю о самом токен сейле, о команде проекта, о разработчиках, о white paper, и так далее и тому подобное. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Всего доброго и до новых встреч.